На отдыхе. И вот Игнач значит, наливает воды ребятишкам. И вот они отмахивают от них. От комаров. Кто увидит, скажет, зондировал. Да, так. Нестор тоже молодец, трудится. Все запрограммированы, Мишка. Даже я только приехал, уже. Уже все готово. Включился. Уже готов. Вот она даже Софья рукой машет, стоит. Кучеряшки мои. Соня, Маш, давай. Бедные комары, скажет, сразу такого не видели. Кому? Там комарик, кажется, плавает. Убери его. Да ничего, он постный. Бери его. Ешь. Я плавала. Вот кому? Жареного. Кому? Жареного. Били, нет? Эти пузырьки. Дядь Володя, я двоих выиграл. Я была от себя и... Назад не выливайте воду. Степа, активно. Со спины обмахивай. До конца допивайте. Смотри, не ударь. Там кому еще? Мне еще. Там комарик опять попал. Я еще. Они дают пить там, пейте. А они бьют, и комара туда забивают. Так, еще будешь пить? Комару конец. Я пью. Да блин, что комар не паразит комар. Это как комар в пустыне из скалы. Вот. А? Прохладно мне. Ну вот так. Хорошо отмахивайте. Так, кому еще не дал? Никита, пил? Еще буду. Давай, пей еще. А где четвертый? Я еще не пила. Давай. Я тоже еще не пила. Давай скорее. Стёпа, дай кушку. Степан, давай сюда. Ну, я вам. Так, кому? Я вам. О! Все, давай. Давай. Так. Тот пьет, кто как пьет, тот так и работает. Кому? Тебе еще дать? Нет, все напились. Не надо. Нет. Вот они как. Вот. Я пулю. Теперь меня комары не кусают. Так, кому еще попить? Я сдалека буду. Володя, будешь пить? Нет, все. Так, Роман, дать еще? Я плохо работал. А я тут лишь стакана выпила. Так, еще кому? Это не новость, Володя, уже второй день. Больше не пить. Так, все, да? О, стоят уже. Степа, ты допивай, а то рассуждаешь, ну, стоишь. Добавок кому дать? Дам еще. А нет, спасибо. Добавки я и так кому? Три кружки. Давай. Я одну кружку, но не хватило. Сейчас за водой пошлем человека, он у барабаша наберет. Пей. Что наливать? Что, выдули? Маленько еще выпейте? Да, еще одна фляга набранная стоит там в начале. За пеньками. Можно подержать? Да. Да. Так. Допивай давай. Да, не надо. Давай. Давай. Тихо, дай стакан. Дяде Вове налей тоже. А? Или Тихоныч, показать Челе, сколько ты знаешь? Да зачем еще? Еще надо. Кирилл, ты сколько? Мне позвонили. Мне ничего не надо. Нет, нельзя. Это тебе не игрушка держать. О! О! Замечательно. Это, наверное, 3 литра выпили, да? 5. Это 5 литров выпили? Да. Вот это да, 10. Вот это работник. Обмахивай. А я один литр. О, ну понятно. Так, давайте еще остатки налью. Мне. Я не пил, я выпил. Вы энергию то на работу оставьте. Ладно, я только одну кружку выпила. Так, кто знает, где вода? Не я. Не я. Где берут воду, качают? Насос. У барабаша. Ты скажи. Игнатий Иванович, еще одна банка есть, 5-литровая. Где она? Вон там. Где мы вчера воду пили? Значит, налить надо. Еще Маша. Набрать. Зайдешь у них видео. 5 литров за 5 минут. Открыл, закрыл. Все, благодарю. Ну. Отдыхайте маленько. Опку. Володя, а вы хотите так же, как мы вчера вас чуть бы не замочили? Ну, сегодня утром не встану. Вчера вот это намотался, у меня же операция на позвоночнике. Не дает поворачиваться. Утром кое-как до окна дошел, а потом размотался и все. Так, давайте сюда. Допивайте. Где четвертая? Куда ушел? Давай сюда.
Сейчас маленько отдохнем 10 минут и сходим на работу. Нам нужно выйти сегодня туда, на поворот. Закончим, нет, еще не знаем. Ну, главное вот это выбрать, чтобы там еще не было. Лопату ставить, слышь, совковый, и рукой выгребать. Угу. Загребать все это надо. Не упадите туда. Маша. Вчера дядя Виталий туда залез, вот-вот-вот, и туда проплыл, он там выпал. Все, вон откуда, вон, вода-то где. Вон, он туда залез, и вот это. И туда понырнул, и там вынырнул. Как он так долго дышать? Так было? Ну, почти. Почти. Почти так было. Давай, допивай. Маленько, допивай. Тут все интересно. Хоть что возьми, все интересно. И в городе это нельзя составить. Это холодно. А вот это, скажите, палки стоят и красные на них. Зачем это? Чтобы водители видели ночью. Чтобы водители видели. Вот, смотрите, как палки сделаны. А я сделал это, мы здесь с Володей... Надо это еще на одежде бывает палки, такая, знаешь, что ты, лежат в кучу. Ну, кто она это отсвечивает ночью, свет на нее направишь. Но мы не знаем, но следователь приехал, я подал заявку в милицию и говорю, вот так и так. Сделал то, что зауженное место, чтобы машина не попала, с какой стороны, мало ли там глубоко. Ну как найти? Как милиция, как ищет? Первым делом, кому это могло помешать? То есть это помешало кому-то? Кому-то не понравилось или помешало. Что именно? Как оно могло помешать? Ну, он доехал. Он уже не пешком пришел, тот человек, сюда. Рассуждайте. Ну-ка, иди сюда. Приехал. Слушай, иди, слушай. Да, тебе это сгодится. Балду-то в голове расколоти маленько. Для какой-нибудь большой машины. Вот человек, который здесь вырвал вот эти вот все, вот эти вот столбушки, вырвал и вот сюда положил, но не забросил. Кто это сделал? Я смотрел ролик, поговорили, что это дьявол сделал. Дьявол сделал. Так, а зачем ему это нужно дьяволу? Чтобы люди погибли. Чтобы людей. А может быть сделал дьявол через человека, через какого-то? Ну да. Я рассуждаю так, что чужие деревни, которые здесь где-то они далеко, к нам не приедут сюда. Ну заедет, а ему скорее проскочить. Зачем ему это делать? Ну, дальше это рассуждай. Это сделал кто-то, который живет по Теряевке. И он выезжает или заезжает, ему это мешает. То есть у него что-то такое широкое, что вот это мешает. Иначе бы он их сломал и выбросил, но он выдернул их и положил. Ну, рассуждение, правильно? У кого широкие? С той стороны, значит, ни у кого нет. Только у фермера, когда он едет на комбайне. Хедер не помещается. Хедер это называется, который мотает. Жатка, кто? Жатка. А? Жатка у него, жатка. Вот он сегодня ехал. Вот все. Все, значит, это кто воробаш сделал. Я подхожу тогда уже за... Еще не едем, не знаем, уже мы идем туда. Уже нашли виновного. Даже еще не разговаривали. Ты зачем это сделал? Ну мне же это мешает. Правильно, мешает. Ну ты на место мог поставить? Ну как-то не забыл. Все. Смотри, что больше этого не было. Выдернул, проехал, поставил. Ты ездишь не каждый день. Вот здесь вот стояли приваренные. Вот они. Видишь, как мы их загнули? Они ему мешали. Вот она. Она низкая, у него посадка. Он не может поднять. У него такая ширина впереди, как полка идет. Мы их... Вот, видишь, какие он? Вон второй, вон третий загнут, отойди в сторону. Покажи. Это Володя забегал. Вот это борта были где-то, борта больших машин. Нам это дало. Мы сделали, закрепили. Видишь, какая глубина. Вон она какая высота, смотри. А теперь смотри, что мы делаем. Вот так, чтобы вам показать это. Ой, показать где-то. Не скоро покажу. А вот где-то проволока, видите? Там же дырки есть. Вон проволока и вон проволока. Вон, видите, вот так проволока идет. Да. Это проволока идет туда. У того точно такое же. Мы сцепили между собой. Это на этом уровне земля была. Вот какая глубина насыпана здесь. И сцепили между собой. А дальше все расперли, уперли. Все стояло. И булки. Городской, ты ничего не знаешь, он такой. Все. Ты вчера только с ветки соскочила, шимпанзе. Как не любят деревенские городские. Да городские это они ничего, то они к нам приезжают и самое простое нет. У них мозгов нету. Которые живут, просто живут. Пенсионер, городской, что у него? Телевизор, ТТ, туалет, холодильник. Все. Телевизор, туалет, холодильник. Вот что. А вот он... Рабочий треугольник. Еще что? Рабочий треугольник. У него ничего из-за там, в городе на пенсии, у него ни работы, ничего нет. Вот у нас баба Серафима, 89 лет, кажется. У нее что? Молитвенный угол,
икона, красный угол где. А кактусы считают. Дальше просфоры печет. 89 лет. У нее огород, у нее все растет. Она на огороде снует, как мышка маленькая. 89 или 88. Вот так. Она тут же еще сделала помидоры, там какие она в сумку набрала и сама тащит в лагерь, дать детям арбузы проще. Ну, у нас позже растут. Ну и городскую старуху, вот она вот такая вот, бредет в трамвай. Мне сказали, бабушка, ты еще тут, это, так я ей сказал, говорю, такое нажила-то как она взъелась, а ты что меня указываешь? А это ходит, как свечка горит, она в церкви ни разу не сядет, ни разу, за 15 лет она ни разу не села. Почему? Она в деревне живет, она верующая. Так что подрастете, все поезжайте в деревню, в Потеряевку, поняла? Мама ваша все время просит Потеряевку к нам, но мы говорим, тебе оно не поправится. Кирилл, когда поднимешься выше-то, а то у тебя характер, наверное, вот такой же, как на тебе этот изображен. Кто это? Волк. Волк. Вот если такой, то это нехорошо. Волк. А ты найди такую майку, чтобы голубь был. Голубь. Что, не понимаешь, что ли? Это слоны и коты. Это большая разница. Так, все, за работу. Так, вот дело идет. Дядя Виталя! Дядя Виталя! Давайте по-быстрому все убираем. Там кольца там. А в них вода проходит. Давай, Неста, давай. Работай. Дядя Никита уже работает. Давай, помогай ему. Это не тебя не посильно, Софья. И мы любим работать. Нам с Китаем надо жить дружно. Иначе они вот... Брат, там нужна щебенка. Давай быстрее. Давай, Тимофей. Спасай землю русскую. От бездельника. Смотри, вот сколько он ударил. Притащил. Это камыга большая тут была у него. Камень. Сросший. Смерзшийся. Так, убери голову. Во. Ой. Ладно. Так, быстрее собирайте. Варлам. Собирай камушки. Камушки не надо набирать в руки. Ты наоборот не мог сидеть туда. Варлам больше рассуждает, сидит, он не работает. Ну-ка, работай. Варлам, ты все время разговариваешь. Ну такой певец. Так, история. Мадяша, бери. Ведро поставь туда вниз. И там внизу собирай. Прямо туда, самый дальше за угол заходи. Он других отвлекает еще. От работы. Да ему бесполезно говорить, он не слышит. Давай. Ой, кровавый. А я могу больше наплакать. Что-то плохо водилось. Так, кому? Я сейчас буду тоже портить. Что там набралось? Яша его медом кормили. Да. Прося, подними голову. Ну, кто не боится? Я не боюсь. Я не боюсь. Давайте меня еще. Ну, давай. Смотри, это. Варлам, смотри. Вот стоит кто, Прося, глянь. Она смеется, а ты плакать думал. Давай в жаркую погоду-то это наоборот хорошо. Вон еще Степана на таблице. Нет.
Види, как я сделал? Вон, види. Еще там. Сейчас, поставь, види. Вот они. О! Как дождик прошел. На девчонок еще. А ты заплакал. Ну, приятно. Мужчина, ну, еще кому? Мы ждали дождика, и он наконец пошел, дождик. Вы же ждали дождика? Да. Мы как батюшка окропить. Да. У нас воды много. Давайте батюшка позовем, он закропит. Он уже не плачет. Все, привык. Смотри, умылся и все. А давайте батюшка вызовем. А то думал плакать. Так, кому пить? Взрослая. Роман, кто? Он уже улыбается. Так, кружку зачем на пол поставили? Будешь плакать меня, нет? Не будет. Положите туда. Хватит. У него не получается плакать кружку. Кружку не получается, да? Давайте батюшку вызовем. Он так, нас кому надо? Надо Виталий, этого. Я уже много пил. Надо его полить. Ну, пейте, ребят, чё вы? Пей. Дайте мне кружку. Больше я никуда не перескать. Я хочу попить. О, он еще выдумал. Так, пить будешь? Вот, Маша. Мне придется сбегать еще раз в туалет. На. Так, кому попить надо? Ой, на меня капнули. Будешь пить? Кто? Нельзя. Так, кто будет? Ива. Тимофей будет. Геннадий Тихонович. Иначе вам квасть. А мне некуда, я не возьму. Благодарю за внимание. Кварц нашла. Это хорошее дело. А я нашел молочный кварц, мой брат. Пейте. Мы на жаре, поэтому много воды надо пить. Пейте, да сыто. Пейте прохладную из гор водопадную. Что, нашли магомаевский, мне кажется? Да не надо. Что? Да. Так, а девять. Дай мне мои камушки. Давайте. Все? Хочешь? Не еще. Это комар? Я не за счет. Все. Ну, еще завтра, похоже, да? Ну да, еще завтра. Ну. Все, хлопцы, мы перешли на эту сторону сейчас. У нас дело пойдет быстрее. Завтра мы даже закончим, сегодня не закончили. Ну все, отдохнули, пошли на работу. Кружки положите на место. Давай сюда. Так, это кто опять это, песком наложил? Никита, твоя работа? Ну один песок, ну ты же видишь, нам зачем это? Не-не-не, я ж перестал, песок бросать. Ну это кто нет. Это наложил? О, Роман, ты наложил песок? Песок не годится совсем. Давай, иди вот туда. Час 15 осталось работать. Вот сюда вывальте, а потом хорошее будете брать. Давайте туда катушки. Тебя больше не будет. Тачку обе. Сюда туда. Сюда возьмите. Закончили выбирать? Никита, что стоишь? Что покажу вам. Тимофей, пошли дальше, бери ведро. Дальше? Да, сюда как-то выбирай, сюда. Тяжело, давай сюда. Давай сюда. Давай вдвоем. Я куда пошел-то? Тимофей, давай вдвоем. Бери ведро. Это, Маша, убери вот эту грязь. Вот, черный комочек лежит. Вот. Выкинь его туда, в траву. Это у вас уже... Да она изначально была такой. Тележку держать не надо. Надо работать. Так, палочкой не махать. Варлам, руку, убирай палку. Палку убирай. Дай сюда. Дай сюда. Еще ты взял палку. Зачем она тебе нужна? Вот здесь. Стой. Набирай.
крупная набирает. Нам надо сюда отвозить. Там совсем еще нет. Песок один. Ты удивись, смотри, что у них здесь делается. Так, смотри, собирайте. Так, и играй больше, то я отработал в стране опять. Бери, смотри. Ну что, руки в карман сложил-то? Ну, ходи сюда. Иди сюда, о, подожди. Это самые такие у меня под вопросом. Давай, иди, тащи. Давай, давай. Бегом, иди к нему. Давай, Тимич, на ведро. Вот там, наверное. Вот так.